Черви в системе водоснабжения села Шуваловка Переволоцкого района стали появляться еще в июле. Последнего выловили в пятницу. Это волосатик длиной около 20 сантиметров. Беспозвоночный вывалился из крана. Сегодня замглавы администрации Переволоцкого района рассказал по телефону, что они пытаются избавиться от червей, как могут. Вчера буквально беседовали главой сельсовета по этому вопросу. Дезинфекцию проводили, там и скважины, и башни, и еще будут проводить. Работы ведут в данном направлении. Сейчас опять будут повторять, опять проведут. Может быть, маленькую дозу сделали. Повторят, в ближайшие дни будет. День-два, я думаю, проведут работу. А если червь не пропадет? Будем искать другую причину, в чем там проблема-то. Но, видимо, пока борьба с червями должного результата не принесла. Люди до сих пор встречают волосатиков в собственных стаканах. Сегодня в Роспотребнадзоре сообщили, что во время проверки специалисты обнаружили множество нарушений в системе водоснабжения Шуваловки. Наложен штраф. Вот, и дано предписание об устранении всех нарушений, которые были выявлены в ходе проверки. Очистки и дезинфекции водонапорной башни, которая существует много лет, и тем не менее ежегодно, как минимум, она перед паводковым периодом, как правило, должна подвергаться очистке и дезинфекции. Такого давно не проводилось. Ирина Кравченко продолжила. После штрафов сегодня в Шуваловке приступили к работам, к очистке колодцев. В башне водоснабжения сделают люк, полностью вычистят и проведут дезинфекцию. По окончанию качества питьевой воды еще раз проверят. Все эти работы выполнят за счет местной администрации.